чертов анус. Это было близко. Вот так вот. Ава, вы смотрите Perpetuous Play. Меня зовут Саша, а это обновленные темные души и Каин. Если вы ждете новую серию по темным душам и хотите на нее повлиять, ставьте лайки и пишите комментарии. Именно от такого вашего взаимодействия с видео и зависит, как часто новые серии по Dark Souls выходят на канале. Также на это очень влияют ваши репосты. Пришло время узнать, что скрывается за этой завесой. Пропасть? Это не к добру. Чёртова лапа! Именно она затащила нас в этот рассыпающийся мир. А это... похоже, её хозяин. Да... Манус, отец бездны. Что ж, похоже, бездна сегодня осиротеет. Это было красиво. А он шустрый. И разъяренный. Хорошо. Я учту. Как ты меня бесишь. Да, вот так. Спасибо, что предупредил. В отместку, да? Ничего страшного. Это было красиво. Как мне нравится эта лапа. Я бы хотел себе такую. Воу! Чуток опоздал. А что если... я призову друга. Как же это больно. Ну ничего. Фас! Мимо. Дерьманус. Оу. Да, я знаю, тебе это нравится. Ну, погоди. Сив, кажется, ты меня только что спас.
окружая эту тварь. Опять это проклятое небо. С амулетом, конечно, нужно еще умение. Что? Вот так. Извини, Сив. Амулет только один. Что-то ты расколдовался. Иди сюда. Падаль. Внезапно. Держись, Сив. Я уже иду. Пожалуй, не в этот раз. По хвосту. Чертов анус. Это было близко. Очень близко. Все. Пора кончать с этой абразиной. Пока Сив еще жив. Изыди! Демон. Да, Сив, ты был молодцом. Душа Мануса. Человечность. Да. Кто ты? А, это же Заря. Вставай. Страшно представить, что делал с ней этот мерзкий анус. Но, похоже, я от нее ничего не добьюсь. Наверное, ей нужно восстановить силы. Как и мне. Да, это было непросто. Но бездны теперь нет. И нет Мануса. Похоже, мне больше нечего здесь делать. Мне стоит отправиться в поселок Алачиль. У нас есть ключ от одной двери, которую мне очень интересно будет открыть. Если я, конечно, не ошибаюсь, то это она. Да, узорный ключ. Ты враждебен? Похоже, что нет. Что ты делаешь? Отвратительный урожай. Что? У нас гости? Должно быть, Арториас свободен благодаря тебе. Да. Он мой старый друг, и я благодарю тебя. Он покинул этот мир с незапамятной... Пачканной честью. А я теперь тут, старый пес. Боюсь, я мало чем смогу помочь. Что ты? Если ты хочешь исследовать эти земли, берегись черного дракона. Боюсь, что тебе не одолеть это чудовище.
Ну, раз ты так утверждаешь. А еще? Я? Тут нечего сказать. Какая польза от пса, если нет охоты? Мне повезло, что я живой. Так, а на кого ты охотился? Неужели на драконов? Не обязательно повторяться. Что ты продаешь? Навозный пирог. Знак «Здравствуй». Что ж, почему бы и нет? Хотя... Ну, пусть будет. А еще? Это мне не нужно. И это, пожалуй, тоже. Все? Да. Не густо. Что ж, прощай. И ты прощай. Живи свою жизнь, как считаешь правильным. Исключительно так и делаю. Ого. Это его лук? Хорош. Есть еще одно место, в которое я не заглянул. И вполне возможно, что на этом с прошлым будет покончено. До сих пор валяешься здесь. Ну-ну. Удивительно, как он жив. Или не жив. Вот здесь. Как-то здесь все очень странно. Адские доберманы нам не страшны. Но я хорошо помню, что здесь летал дракон. Хорошо. Я поверю тебе. Если получится. К черту. Берегись. Прыжки. Вполне возможно, что беречься мне придется здесь. Именно дракона. Оу!
Он пытается окружить нас. Удачи. Как много трупов. Может быть, мы встретимся в следующий раз, но у меня абсолютно нет желания сражаться с драконом. Всего лишь с 5 глотками эстуса. Надо бы пополнить запасы. А также посмотреть, что на другой стороне ущелья. Хотя вполне возможно, что там ничего нет. Все же кое-что найдется. Иди сюда. С вами покончено. Пригодится большая душа бывшего отважного воина. А также меня посещают мысли, что для дракона нам понадобятся стрелы. А что если купить эти огромные стрелы? Вроде бы у меня был подходящий лук. Как вариант. Что ж, давайте попробуем. Сколько они там стоили? Доброе утро. Ты в плену у черного дракона? Нет, но если ты настаиваешь... Так я и думал. Его зовут Каламит. Очень свирепый дракон. Даже могучий Анор Лонда не смел гневить его. Добром это не кончится, но... Ты будешь сражаться до самого конца? Так? Безусловно. Хорошо. Смелость всегда сопровождает безрассудство. Тут он прав. Ты мне нравишься. И я у тебя в долгу за твою службу Арториасу. А теперь смотри, как Гох сражается с драконами. Подожди, я на это не подписывался. Я сам хотел сразить дракона. Ты забросаешь его этими... отвратительными навозными пирогами. Это интересно. Тут все такое безобразное. Это было нечто. И все? Ага. Не было еще выстрела более меткого. Да уж, эта летучая мышь, переросток получила свое. Остальное в твоих руках. Я жду хороших новостей. А битва с драконами — главное призвание рыцаря. Твоя правда? Но я хотел купить тебя стрелы. С другой стороны,
Здравствуй насчет Каламита. Он древний дракон. Его тяжело будет сразить. И в небе, и на земле. Да? Ты так думаешь? Я теперь не знаю, если он больше не летает. То на кой черт мне сдались его стрелы? К тому же не только выстрелы у него заоблачные, но и цены. Да и всего 8 стрел. Нет уж. Главное вовремя отказаться от дурацкой затеи. Прощай, человек. Я жду хороших новостей, я знаю. Я тоже. Что ж. Ну вот. Пара лишних глотков эссуса точно не помешает. Как много проблем создает этот дракон. Беготня, суета. А в конечном итоге... еще души. Возможно, равноценный обмен. Пожалуй, этого хватит. Твари. Как это долго, но я думаю, что мы встретимся уже возле самой лестницы. Что же это? Мне, похоже, и до лестницы не добраться. Как это не кстати. Что с этой тварью? Они вдвоем? Хорошо. Пусть будет так. Ты поплатишься за это, тварь. Что это такое? Что это за дерьмо, которым он бросает вечно в меня? Ну что ж. Пусть так. Знаете что? Пожалуй, это слишком затянется, поэтому Каламитом мы займемся в следующей серии. А на этом на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк и поступайте так со всеми видео, которые вы смотрите на YouTube. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки есть в описании. И бабай!